Сегерон и Международное агентство по атомной энергии договорились о параметрах мониторинга ядерных объектов Ирана. Решение принято после переговоров вице-президента Исламской Республики, руководителя Организации по атомной энергии Ирана Мохаммада Ислами с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Последний назвал общение конструктивным. Сегодня мы смогли получить очень конкретный результат, который связан с непрерывностью работы здесь оборудования агентства. Речь идет о доступе МАГАТЭ к видеокамерам на ядерных объектах в Иране. Это необходимо нам для предоставления информации и гарантий, как МАГАТЭ, так и всему миру, о том, что все в полном порядке. Сообщается, что инспекторам МАГАТЭ разрешено провести обслуживание указанного оборудования и заменить носители информации, которые будут храниться под совместными печатями МАГАТЭ и Организации по атомной энергии Ирана. Тегеран и группа стран-посредников с апреля ведут переговоры о возможности восстановления иранской ядерной сделки –